Торт выравниваю белком и заварным кремом, так больше вам нужно выровнять, так как все равно буду формировать корзину из роз. И получается здесь сделаю верхушку повыше, побольше крема, такую горочку укладываю из крема. И боковые стороны торта немножко так с большего выравниваем. Шпателем выравнять не буду, только лопаткой. И так крем будет хорошо держаться, так как будет плетение корзинки, оно будет хорошо держаться на белком заварном креме. Крем как бы сладкий, липкий, поэтому он как бы как прилипает. Крем держится друг на дружке. Крем получился такой плотный, хороший. Вот идеальный для создания цветов, для работы с цветами. Порой получается крем такой более для выравнивания. Тортик подходит. А вот сегодня идеальный прям для создания цветов. Беру бугорочек побольше. Все красиво получилось. Протираю подложку. Вот такой вот зубчатой насадкой буду делать плетение корзинки. Уже давно не делала, конечно, я корзинки. Самое главное вести линию вот вертикально вверх ровно. Крем. Зрительно. Идем линию вверх и заполняем здесь боковые. Периодически насадку нужно протирать. Смотрите, какое красивое получается плетение. Здесь вот насадку не протерла, и вот крем белый нацепляется. И желательно, ну, ложить крема меньше в кондитерский мешок, чем я вот сейчас положила. И неудобно его выдавливать.